Привет, друг, с тобой Эван. Мы продолжаем играть на сервере CCG Planet, сервер номер 2, все как всегда. И как вы поняли по названию ролика, сегодня новое обновление 3.26, да. Спустя 5 месяцев я опять зашел на CCG Planet, зашел в МТА, не знаю, почему-то я захотел играть в МТА. Сейчас езжу по карте, получаю лютую дозу ностальгии и большой-большой кайф. Поэтому сегодня вместо собой мы посмотрим на новое обновление 3.26 и, возможно, что-нибудь прикупим. Поэтому я желаю тебе приятного просмотра, приятного аппетита, а мы начинаем. Ну что, ребят, по классике сначала смотрим чинжлог, а после чего едем проверять, как это работает на самом деле. Все тайм-коды есть на ролике и в описании, перематывай туда, куда тебе будет интересно смотреть, а лучше смотри все подряд. Чинжлог в студию. Значит, первое, что добавили, это тайм-атак, новое соревнование. Вам поступит через некоторое время звонок с предложением присоединиться к событию. Событие — это есть тайм-атак, где есть некоторая трасса, некоторый автомобиль, 5 попыток, за которые тебе нужно поставить лучшее рекордное время на трассе, после чего ты стаешь участником розыгрыша ежедневного, а также розыгрыша на какой-то автомобиль. В данном случае это Countach, который еще у Винили. Обновили дизайн шоурума винилов, добавили очень много исправлений по поводу зарплат, каких-то текстовых сообщений и так далее. И добавили новый транспорт, это Porsche Cayman 718, обновили физику и модель M4G82, исправили Countach, обновили физику на Porsche Cayenne Coupe и добавили новые диски, это BBS, ротиформы и поршевские. А также обновили старые. В принципе, на этом обновлении все. Но так как я уже не заходил на этот сервер 5 месяцев, то я и пропустил уже 3 обновления, где перед этим добавили и E36, и Countach, и Coupe, и обновили модельки Bach, и Fer, и добавили кучу тюнинга. И, кстати, в прошлом обновлении был Drift Picnic, что было намного интереснее, чем сейчас. Ну да ладно. Ну что, ребят, после того, как мы прочитали полностью весь чинжлог, хоть он и маленький, мы переходим к осмотру самого обновления. А первое — это что? Это самое главное, это тайм-атак, как это происходит, как тебе звонят и т.д. и т.п. Тайм-атак я уже проезжал, ко мне уже звонили, поэтому вот тебе вставочка. Так, ребят, нажимаем на Е. Вы не можете взаимодействовать с персонажем... Чего? Телефон, как на П, на О, на Е, Ай, куда? Привет, мы с тобой давно не созванивались. Появилось новое предложение. Координаты у тебя в навигаторе. Приезжай быстрее. А, хорошо. Как раз таки, давай, тапку в пол. А куда ехать? Бля, подожди, это же не GTA 5, F11. Ого, на ЖД. На ЖД. Тогда почему бы мне не поехать на ЖД? Чел, чер, он купил, чтобы кататься. Нет, он будет ездить на поезде. Yes. Метка стоит где-то здесь. Есть что поговорить. Кен. Здорово, гонщик. Ребята говорят, прошлый ивент заставил тебя попотеть. Тут решили открыть новый гоночный сезон. Давай расскажу. Совсем скоро стартует мероприятие, где будут выступать лучшие из лучших. Там можно неплохо подзаработать. Да и при победе тебе точно будет ждать на каждом углу. Но чтобы доказать, что ты достоин сражаться с лучшими, нужно не отпускать педали газа. Поторопись до указанной в навигаторе точки и покажи высший пилотаж. Уже все, прими участие в 3 автоспортивных соревнованиях. Успей доехать. А что ж успеть доехать, если я это... Еще тачку не заспаним. Куда ехать? Вверх? А тут на поезде нельзя? Блять, нельзя. А таймер есть какой-то? А, 2,5 минуты. Ой, какие 2,5? 3 минуты. Ну, тапку в пол. Только заправиться. А почему таймер на пит-стопе не останавливается? Я заправляюсь, сел. Я не еду. Остановись. Остановись. Остановитесь. Так, на таймере 40 секунд, ну, мы за 40 секунд и не такое успевали, как говорится. Так, X, Z, куда нажимать? У меня спорт режим, как его выключить, я не помню. 35 секунд, к казино мы приехали. Вы не можете... Блять, почему не могу говорить в машине, что за бред? Отлично, я в тебе не сомневался, поторопись в аэропорт и перелетай ближайшим рейсом. Билеты можешь купить на авиа. Окей, а куда мне лететь? Куда мне лететь? Ага, в аэропорт вот этот, а вот этот аэропорт, можно же тпхнуться, нет? Что хочу сказать, пока мы едем, фризит очень сильно, потому что многие люди еще качают кэш и подсоединяются на сервер. Плюс уже на сервере играет, сейчас скажу сколько, тап открывается, 400 людей, при том всем, что сейчас 11:30 ночи, конечно, сейчас лето, ну ладно. Но это неплохой результат.
Так, мы приехали в аэропорт. А что дальше делать? Примите участие в трех авто... Так, новая метка в аэропорту. Окей, что дальше? Аэропорт. А, секретное место, вот. Еще бы оно прогрузилось. Угу. Мы приветствуем тебя в самом эпицентре нашего тайм-атака CCD Planet. Я бы сказал... О, ты пахнула, хорошо. На белом же ничего не видно, белый текст. А, и карта у меня пропала, понял? Ой-ой-ой-ой-ой, как все плохо. Походу пахнет перезаходом. Так выглядит безысходность во время введения нового обновления на CCD Planet. То, что у тебя лагает, у тебя интерфейс весь пропал, нужно перезайти, а ты не перезайдешь из-за того, что сервер тупо закрыт. И на шестой не зайдешь, потому что у меня там 55 часов, а ивент только от сотки. Не знаю, зачем он мне нужен. Я просто захотел его купить. Вот эти мажоры гребаные. Я могу тпхнуться в то же место за 10 тысяч. И опять же я провалился под воду. Вот, теперь текстуры это поприятнее будут. Аэропорт, трасса, а вот это что такое? Тайм-атак — это место, где ты можешь максимально проявить себя и получить за это уникальные награды. Быть первым среди участников, доказать, что ты новый король времени. Место в таблице, номер один. Устанавливай рекорд для того, чтобы попасть в топ лидерборда и получить уникальные награды. Участники, награды, вот, это участники. Челы дрочат на цифры, я понял. Получается, награда это у нас донат валюта за первое место 500, за второе 250, за третье 150. Это ежедневные. А за трассу, если ты поставишь, так понимаю, лучшую, вернее, покажешь лучшее время, тогда ты сможешь забрать каунтач. Йоу. Вот это очень сильно. А, даже есть четвертое и пятое место, даже не видел. Это сильно. Ежедневно даже можно лутать бабки. Каждый день идет отбор лучших игроков на этом острове. Все, что тебе нужно, это показывать свой скилл. Также ты можешь сразиться за звание короля времени среди всех участников. До конца тайм-атака тебе нужно установить рекорд среди всех участников. Понял? Окей, а где начать? Я так понимаю, это там, да? Здесь просто информация. Трасса 1, Шкода Октавия, А7. Это все так на ней, понимаю, делают. Доступно 5 заездов. А можно не 5, можно поменьше. А, выберите автомобиль, это здесь не работает. Но, я так понимаю, это трасса 1. Ну ладно, так трасса, так трасса. Идет загрузка трассы, погнали. Попытка номер 3. 30 тысяч уже тратим еще. А, у меня еще и заезд просрался. Так, Шкода уже есть, звука нет, ну да ладно. Тайм-атак, именные номера. Шкода прикольная. А я за то, что срезаю, будет время как-то дополнительно начисляться или как-то... Какие-то штрафы вводить. Сколько... Мы еще в комфорте. Может, как-то спорт можно здесь подрубить, не знаю. Вот и штрафные санкции. За то, что много срезаешь. Понял. Куда? Понял. Не, ну это тупой чекпоинт, типа. Поставьте сюда, я же не понимаю, куда ехать. По внешке или по внутрянке. Ладно. Я надеюсь, там рекорд круга ставится, а не рекорд трассы. Так, мы приехали. Результат круга минута 59. Личный рекорд минута 59. Рекорд трассы минута 25. Рекорд дня минута 25. В лидерборде 102 место. Давайте еще раз попробуем. Минута 39. 101 место, ты серьезно? Я сейчас намного лучше проехал. Ни разу не вылетел. 101 место? Охереть. Давай, 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 давай. Минута 37. Ну это уже сотка, 100%. 91 место. Но с каждым кругом все лучше и лучше. Мне кажется, я слишком рано торможу. Типа там можно и вообще не тормозить. Типа газ кинул и все. А, даже так, получается, у нас есть всего 5 попыток на одну трассу, чтобы поставить рекорд. А если вы хотите еще одну попытку, то одна попытка стоит 50 рублей доната. Офигеть. То есть заруба здесь очень жесткая, и тупить вначале прям вообще нельзя, и скипать их по-тупому, как я пропустил одну ошибку. Тем временем, пока я проехал круг, я уже 93-й.
Вот это, пацаны, называется уважение. Когда челики мыли свою бандитскую 39, приехал мажор на Чироне, не сразу меня. Давайте сердечками отправим. Начальник коммунхоза приехал, начальник села. Ну что, ребят, вот такой вот тайм-атак. И теперь все, что нам осталось, это посмотреть на новый Porsche, который появился в автосалоне европейском, по идее. Хоть я давно на CCE не заходил, но по логике вещей он где-то должен находиться вот здесь. Да, Кайман есть здесь, только, пожалуйста, прогрузись. Porsche Cayman 718 стоит 11 миллионов. По характеристикам инфы 0. Выглядит прикольно, тюнинг есть. Ладно, пацаны, нарыло немножко инфы. 11 в салоне. Стоимость на БУ рынке 9200, а слив БУ будет 7700. Максимальная скорость 370 км в час. Мне это ничего не говорит, но надеюсь, вам что-то говорит. Насчет новых дисков. Добавили вот такие. BBS CC. Ротиформы вот эти. Ну и поршевские. Все. Ну что, пацаны, у меня, в принципе, на этом все. Вот такое вот новое мини-обновление на CCD Planet. Я надеюсь, вам данный видос понравился. Обязательно поддержите его лайкосом. Давайте наберем на этом ролике как можно больше просмотров и лайков. И следующий ролик не заставит себя ждать. Возможно, мы прикупим одну, а может и несколько новых автомобилей. Не забывай подписываться на канал, ведь здесь выходит очень много интересного, полезного, веселого контента. Также нажимай на колокольчик, чтобы всегда смотреть мои ролики первым и никогда их не пропускать. Ну, с тобой был Эван. Всем желаю хорошего дня, всем удачи, пацаны, и всем пока.